На 12% снизилось число преступлений в общественных местах Самарской области в прошлом году. Данные озвучены на заседании специальной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве региона. На 17% упало количество злодеяний в состоянии алкогольного опьянения и на 33% под воздействием психотропных веществ. Также снижен уровень рецидивов. Самарская область одна из лучших по этим показателям среди регионов Приволжского федерального округа. Для профилактики правонарушений в губернии созданы студенческие отряды, которые ведут правовые уроки в школах и техникумах. Работает совет старост области, куда также входят лучшие студенты вузов. Они ведут профилактику правонарушений в высших учебных заведениях. Результаты исследования общественного мнения также показывают, что жить в нашем регионе становится безопаснее. Вместе с тем, считаю, что мы с вами делаем лишь первые шаги в создании по-настоящему слаженной и эффективной системы профилактики правонарушений. Данная система должна объединить усилия всех уполномоченных органов и на федеральном, и на региональном, и местном уровнях.